Приветствуем вас, посетители сайта artshoprus.com. Это видеообзор на пасхальное яйцо в стиле Фаберже. Пасхальное яйцо из двойного стекла синего цвета, полое внутри. Называется оно русский стиль, потому что орнамент тоненький, изящный, выполнен в традиционном русском стиле. Яйцо со всех сторон одинаковая. Рисунок выполнен методом ручной гравировки. Каждая деталь и вот даже вот эти прямые линии прорисованы вручную профессиональным художником и гравером. Что характерно для этого яйца? Интересный орнамент. Это очень тоненькая сеточка, перемежается вместе с изящными завитками, что создается эффект такого затейливого узора, очень интересного. Плюсы этого яйца в том, что оно универсально, то есть оно подходит для тех, кто, например, любит какие-то лаконичные и очень универсальные вещи, которые можно вписать в любой интерьер. Оно полое, это яйцо, на обороте имеется клеймо, что оно выполнено в стиле Фаберже. Поверхность не только гравирована, но и покрыта специальной золотой краской с содержанием сусального золота. К яйцу прилагается подставка в виде двуглавого орла. Вот она такого типа. Яйцо снимается. Вот. Это хороший авторский подарок из России.